Вова, старт. Вова, старт. Я не знаю, что происходит. Вокруг люди. Банки не выдерживают накала. Перезагружаются. Так, поехали. Еще раз. Десятый. Спонсоров объявлять не буду, просто посмотрим. Пики баны, прокомментирую немножко. Я думаю, будет жаркая игра. Врываемся. Жар. Меня тут пытаются затроллить. Человек в очках. На самом деле у него ноги гудят, поэтому все нормально. Окей, сейчас про кого я снова. Я думаю, не про меня. Ноги гудят у Сета. Так что, поехали. А Грызлов гудит Дима. Я еще раз говорю, меня пытаются троллить. Итак, бан, РБТ. Инвокер, Омни. Убиватор. Фура. Фурион. И Undying, Зомбак. Подними свое лицо. Так, РБТ гейминг, Ваня, Некролита, ой, Некролика, прошу прощения. Или это подожди, или это... Да. И команда Убиватор, банят аппарата, колдыря. Убиватели, прошу прощения, мне подсказывают. Прошу еще одного человека не лезть в стрим, пожалуйста. Итак, первые пики. РБТ гейминг, ВР, Виндранер. Кому как нравится. Пик от команды Убиватели. Лич. И ЕС. Шейкер. РБТ Гейминг. Пик. Клокверк. Антимаг. Магина. Пик от команды Убивателей. Струк. Вот Сикер. На самом деле определились уже. Кэрри в команде. Безжалостный Магина. И пускающий кровь у команды противников. Струк. Пик Спектра. Команда РБТ не хотят иметь проблемы в лейте. Я думаю. И банят Ликантропа. На самом деле однокнопочный герой, но... Для этого однокнопочного героя нужно нафармиться. Я, наверное, пропущу следующую стадию пиков банов. Потом просто по факту разберемся. Итак, последний пик от команды Убиватели 3000. Это капитан команды. Итак, взяли Вивера. Фарм. Я думаю, трипла уже определилась. У команды РБТ. Это
Клок, Вингат, СМ. Хороший роуминг. Но войти на КГ под ЕСом с даггером нереально трудно. Приготовьтесь к очень интересной, надеюсь, двусторонней игре, чтобы ни в одну калитку. Не очень хорошие высказывания пишут игроки команды РБТ, а именно Нубер. Но, тем не менее, я с ним согласен. О, прошу прощения, забанили Shadow Demon, сейчас взяли Некролика. Итак, посмотрим, кто на ком играет. Спинт на ЦМ. Бэтмен. Антимаг. Пауза в игре. Берет ее Артур. Итак, продолжаем игру. Да что ты будешь делать? Правая кнопка. Мышка не работает. Правая кнопка, я так понимаю. Так, смотрим дальше. Артур на винге. Да, ребят, давайте уже мышку заменим этому человеку, пожалуйста. Мишка. Стоим, ждем. Мишка не работает. У Олда. Олд сердечко, наверное, любит старых. Иконки плохие, говорит Бэтмен. М.Джейн Паунс снимает паузу. В общем, подождем. Во, кто пошел мышку менять? Поехали. Итак, продолжаем. Клокверк Нубер. М.Джейн на ВР-ке. Команда Скоржей. На Вивере Айс. На Шейкере Олд. 25-17, почти как группа. На Некролике. Сикер. Миндайл Милк. И капитан команды Убиватель 3000 на Личе. Так, летит ракетка. Да что ты... Итак, сейчас может быть интересная ситуация. Под смоком. И вот команда Скоржей сейчас встретится на руне. Возможно. Нет, осторожничает. Пауза. Неподходящий момент для паузы. Опять мышка. Off, go. Поехали. Так, ждем экшена. Ну, поставили варды, разбежались. Забылся в кнопках. Так, под смоком. Нет, сейчас все-таки будет экшен. Нет. Поставили вард. Да, фиссура залетает. Но не будут заходить. Не будут создавать для нас интересности в самом начале игры. Игры. О, запутывается язык. Заплетыкается, я бы сказал. Да что? Поехали, ребят, ну! Не мнемся, давайте уже что-нибудь решим в этой игре. Будет сейчас физблат. Пошли, крипы, поехали. Так. Некролик.
на боте. Некролик, Вивер. Шейкер. Бот. Против них ЦМ, Винга. Так, поехали. Вивера. Мид, ВР. Струк. Клок, Лич на топе. Господи, как Кевин играл с этой мышкой. Стримил с этой мышкой. Комментировал, не знаю, называйте как хотите. Экшен на миде. Смотрим. Итак, на боте у нас намечается что-то интересное. А, ребята, давайте по одному. Итак, трипла. Винга, ЦМ, антимаг, шейкер, некролик, вивер. Фиссура. На двоих Винга. Террор. Так. Лич. Крепит клокверка. ФБ? Нет. Не будет ФБ. Клок отхиливается. Тем временем на боте. ЦМ-ка. Пол ХП. Замерзает. ФБ есть. 25-17 падает от Бэтмена. РБТ открывает счет. Итак, сейв гейм. Здесь очень нереально, здесь мышка вообще неповоротливая. Итак, продолжаем. ЦМ в лесу. Но 2-1. Бэтмен забирает второй килл. Айса забирает. 25-17, пинт. Артур. Олд. Итого 3-1 в пользу команды РБТ. Игра немножко успокоилась. Нет, на миде. Так. Посмотрим по крипам. 13-10, ВР мид. Миндаль 5-1. 4-0. Вивер на трипле. 0-2. 25-17. 8-4. Лич. 8-3. Клок. Тринадцать три. Магина. Понатыканы варды. На самом деле, очень правильные места. Правильные места. Как это не пользуется? Этот вард светит руну. Так. Артур забирает миндаля на миде. Проспал этот ганг. На самом деле, отвлекает. Так, смотрим вниз. Две триплы. Итак, поехали. Но. Нова. Стан шейкера. Артур забирает олд. Нубер убивателя на топе. Ребят, я за вами не успеваю. Давайте. Я не знаю. Конечно, продолжайте такую игру, но тем не менее не успеваю всем показать. Господи, с этой мышкой я не успеваю. Так.
другу очень тяжело стоится. Сейчас будет ганг. Посмотрим. Смоки. Винга ЦМ. Сверху клок. Струк. Отхвати стан. Настреливает. Ракеткой клок добивает Струга. Миндаль. Не ожидал сразу увидеть четверых у себя на лайне. Антимаг тем временем фармит 23-6. Посмотрим по крипам. Судьи ругаются. Кидает ульту на антимага. Сикер. Вивер. Колбу спасает его ЦМ-ка. Стелит новую. Наверное, сама. Уходит ЦМ-ка. Да нет же. Забирает зато вингу ЦМ. Колбу на Струга. Блудсикер талый. Миндаль. Убегает отсюда. Хотя здесь тоже все на лол хп. Нет, фласка. Фласку завязал Миндаль. Сюда перетягивается вся команда. В пятером. На антимагу и ЦМ-ку. Я прошу прощения за такое перемещение, за такой скроллинг мышкой. Очень неудобно, потому что запилено немножко неправильно. Но тем не менее. Итак, 8-2 счет. Да, еще спринт убивает Тайса. Хорошая колба от ЦМ-ки. Дальше полетели. Клок ворвался. И убивает 25-17. Под ультой находится антимаг. Улетает с блинка. Нубер, Миндаля. Клок запрыгивает на лича. Нет, лич уходит. Ушел. А тем временем на миде ВР-ка уже добивает тир-1 Тауэр. Нет. Нет. Вивер. Вивер дынает свой Тауэр. Ловят. Спринт убивает ЕСа. Перетяжка на топ. На самом деле, Струк Блудсикер туда ушел, Миндаль. Его караулит Лич. Сторожит. А тем временем Винга и ЦМ. Нет, пришел к ним антимаг, струны иллюзии. Нет, пушить не будут, прошу прощения. Итак, поехали дальше. ВР-ки все-таки не дают бить крипов. Полсотни крипов на 9-й минуте. Что у есть по айтемам? Хедрес, ботинок, нул. У ВР-ки. У ЦМ-ки. Кура в кармане. Нет, уже. Летающая кроу. Сапог. Итак. Еще 1000 голды. Клокверку до авангварда. Мана тапки. Винга тапки. Антимаг. Бедняцкий щит. Ring of Hells, костыль. Струк, два носочка. И Квиллин Блейд. Визаж. Ничего нет, веточки. На самом деле артефакт для победителей. 12-2 счет. Ну, почти могут повторить подвиг Нави против команды Monkey Business.
когда вырвали победу, проигрывая 12-3. Итак, экшен на топе. Нет. Просто быкует немножко Блудсикер. Четыре человека находятся на боте. Итак, Т1 Tower будет забираться команда РБТ. Да. МДжейн забрал. Свап! Визажа! Сбрили визажа! Бэтмен... Доминейтинг! Чайник залетел! Нет, чайник залетел не очень хорошо, но... Забирают Вингу, скорее всего. Нет, да, забирают Вингу, забирают Вивера. Вингу не забрали. Забрали ЦМ. Забрали Айса, даблкил у МДжейна. Да, дали ВРке фрифарм. Сейчас стоит на фрифарме Блудсикер 0-3. ВРка 2-0. Антимаг 4-0. Итак, сейчас, скорее всего, на руне будет что-то. Нет, струк подбирает рун иллюзии. И сразу же юзает ее. На самом деле, просто аннигилирует команда РБТ Гейминг. Ждем чего-то интересного, ждем жары, ждем обоюдно острой игры, обоюдно острой от обеих команд. Мы уже насмотрели сегодня игр в одну калитку, хочется чего-то действительно жаркого, интересного. Итак, ходят по лесам, скоржи, свап, винги, визаж, получил в лицо станом. ЦМ, просто запили тебе ТП. За антимагом. Вивер, Струк. Поехали. Блинк на Струга. Колба. Получай ногой в живот от антимага. ЦМ, как хорошая колба. Вивер. Просто складывается. Муравей. Ты был... бесподобен, но с антимагом тебе просто не сравнится. Нубер забирает 25-17 визажа Бэтмена Олда. Минус 4 от команды РБТ. Трипл килл Бэтмена. Монстр килл Бэтмен. Ультра килл. Бэтмен красавчик просто. Он, я не знаю, как сказать. Человек просто въехал в толпу на развороте всех. Вытащил, затащил. Забил. Просто, как говорит мой начальник, смерть сухопутным. Итак, поехали дальше. Посмотрим по айтемам. Так, вангвард есть у антимага. Ну и все, наверное, самый дорогой артефакт, который собрали. А нет, вангвард есть у клокверка. Смотрим дальше. Оникс. Оникс, мы тебя любим, пишет Артур. Я надеюсь, это взаимно. Меня тут пытаются троллить. Тут человек просто пялится на сиськи девушек. Не замечать его. Итак, Бэтмен забирает... Майдмайка, годлайк! Просто замес 5 на 5. Связочка от ВРки! Нет, тут же фиссурой под ноги получает. 25-17 забирает. Лич не ушел. Ребят, соберитесь. Или это, давайте как-нибудь разнообразим игру. Фокус от ВРки на Тауэр. Скорее всего, тир 2 Tower падает. Вивера крепит антимаг.
Да, скорее всего, Тирватавр падает на миде у команды Скоржей. Просто уже не уходит на... Да, синты забирают Тавр. Поехали. Струк, антимаг, ЦМ, колба, фиссура. Посмотрим. Нет. Бегут за ним. Блинк. Бадман, золотце. Я думаю, этот человек может претендовать на MVP нашего турнира. Обязательно выделим ему что-нибудь. С подачи ЛКС, Челябинской области. Я только сейчас заметил, что вот в этом бочонке плавают чьи-то головы. Правда? Ни разу этого не замечал. Прикольно. Итак. Team Farm Леса от команды РБТ. Нет, завязали смоук. Что сейчас будет? Так, отправляем смски. Не знаю, на какой номер. Что сейчас будет? Струк! Связка с крипом, с дальним! Стан! Получай ногой в калитку! Я не знаю, куда еще. Вивер, чайник залетает! Минус Артур! На лолах все ЦМ просто дохнет от фиссуры! Получайте по заднице этой фиссурой! Итак, визажа сбривает стрелой ВР-ка. Шейкер ультанул напоследок, но Бэтмен не прощает. Дабл килл Бэтмен, Beyond Godlike! Вивера закрывает кок. Итак, Вивер получает... А, не могу сдержать эмоции. Итак. Ребят, пока сейф, я глотну воды. Я прошу партнера подержать мой микрофон. Продолжаем игру. 17-я минута. Идет пуш по миду. Не то, что пуш, просто Армагеддон, торнадо, цунами. Как хотите это называйте. Террор Ротенгистан. ВР-ка фокусит. Только что Клогер промазал хуком. Реттл Трэп. Мимо. Поехали. Артур миндаля забирает в молоко. GG. Все, РБТ выиграли. Молодцы, ребята. Проходите следующий тур, ждем от вас такой же хорошей игры. Так, с вами был Farewell. О, у меня голова кружится. Удачи, до следующих стримов.